Девочка с кудрявыми голубыми волосами высунулась в окошко, протерла и широко открыла заспанные хорошенькие глаза. Эта девочка была самой красивой куклой из кукольного театра сеньора Карабаса-Барабаса. Не в силах выносить грубых выходок хозяина, она убежала из театра и поселилась в уединенном домике на сизой поляне вместе с преданным пуделем Артемоном. Итак, открыв глаза, девочка с голубыми волосами сейчас же увидела Буратино, висящего вниз головой. Она приложила ладони к щекам и вскрикнула. Под окном, трепля ушами, появился благородный пудель Артемон. Я готов. Артемон, надо снять бедняжку Буратино, отнести его в дом. Готов. Когда Буратино проснулся, Мальвина ждала его в саду, сидя за маленьким столом, накрытым кукольной посудой. Оглядев деревянного мальчишку с головы до ног, поморщилась. Садитесь за стол. Я займусь вашим воспитанием. Будьте покойны. Вот так влип. Наконец, мучительный завтрак окончился. Девочка взяла Буратино за руку и повела в дом заниматься воспитанием. Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь. Мы займемся арифметикой. У вас в кармане два яблока. Врете, ни одного. Я говорю, предположим, что у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок? Два. Подумайте хорошенько. Два. Почему? Я же не отдам некту яблоко. Хоть и надерись. У вас нет никаких способностей к математике. Займемся диктантом. Она подняла к потолку хорошенькие глаза. Пишите. А роза упала на лапу Азора. Написали? Теперь прочтите эту волшебную фразу наоборот. Нам уже известно, что Буратино никогда не видел пера и чернильницы. Девочка сказала: «Пишите», и он сейчас же сунул в чернильницу свой нос и страшно испугался, когда с носа на бумагу упала чернильная клякса. Девочка всплеснула руками, у нее даже брызнули слезы. «Ах, вы гадкий шалун! Вы должны быть наказаны! Артемон, отведи Буратино в темный чулан!» Благородный Артемон схватил Буратино за курточку и, пятясь, потащил в чулан, где по углам в паутине висели большие пауки. Запер его там, порычал, чтобы хорошенько напугать, и опять умчался. Буратино ворчал в темном чулане. «Ха! Вот дура девчонка! Нашлась воспитательница! Подумаешь, у самой фарфоровая голова! И туловище ватой набитое!» В чулане послышался тоненький скрип, будто кто-то скрежетал мелкими зубами. Слушай. Буратино поднял испачканный в чернилах нос и в темноте различил висящую под потолком вниз головой летучую мышь. «Тебе чего?» «Дождись ночи, Буратино, и я тебя отведу в страну дураков. Там ждут тебя друзья, кот и лиса. Счастье и веселье. Жди ночи». И вот, когда настала ночь, и в домике часы с маятником пробили полночь, летучая мышь сорвалась с потолка. «Пора, Буратино, беги! В углу чулана есть крысиный ход в подполье. Жду тебя на лужайке». И она вылетела в слуховое окно.
Буратино кинулся в угол чулана, путаясь в паутиновых сетях. Вслед ему злобно шипели пауки. Он пополз крысиным ходом в подполье. Ход был все уже и уже. Буратино едва протискивался под землей. И вдруг вниз с головой полетел в подполье и через кошачий лаз выскочил на лужайку. Над лазоревыми цветами бесшумно летала мышь. За мной, Буратино, в страну дураков! Буратино бежал за ней по шею в траве. Вдруг мышь высоко метнулась к круглой луне и оттуда крикнула кому-то: «Привела!» Буратино сейчас же кубарем полетел вниз с крутого обрыва, катился, катился и шлепнулся в лопухи. Перед ним стояли кот Базилио и лиса Алиса. Храбренький, отважненький Буратино, должно быть, свалился с луны. Странно, как он жив остался. Нет худа без добра, нет худа без добра. Зато ты попал в страну дураков. И она лапой указала на сломанный мост через высохший ручей. По ту сторону ручья среди куч мусора виднелись полуразвалившиеся домишки, чахлые деревья с обломанными ветвями и колокольни, покосившиеся в разные стороны. Сегодня последняя ночь, когда можно сеять. Да, к утру соберешь кучу денег и накупишь всякой всячины. Идем, идем скорее. Лиса и кот привели Буратино на пустырь, где валялись битые горшки, рваные башмаки, дырявые калоши и тряпки. Рой ямку. Клади, золотые, клади. Посыпь солью. Зачерпни из лужи, полей хорошенько. Да не забудь сказать крэкс, пэкс, пэкс. Буратино сделал все, как ему велели. Положил в ямку 4 золотые монеты, засыпал, из кармана вынул щепотку соли, посыпал сверху, набрал из лужи пригоршню воды, полил и сел ждать, когда вырастет дерево. Лиса Алиса велела коту остаться караулить, а сама побежала в ближайшее полицейское отделение. Там она самым благонамеренным голоском сказала дежурному бульдогу: «Господин мужественный дежурный, надо задержать одного беспризорного воришку. Ужасная опасность грозит всем богатеньким и почетненьким гражданам этого города. Опасный воришка Буратино обнаружен на пустыре». Дежурный бульдог рыча позвонил. Ворвались два добермана-пинчера. «Отвезти Буратино за город и утопить в пруду!» Ответили сыщики коротко и помчались на пустырь. Там они враз кинулись на Буратино. «Ты совершил 3 преступления, негодяй! Вау! Ты беспризорный! Вау! Беспаспортный! Вау! И безработный! Вау-вау!» Подхватили его, галопом оттащили за город и с моста бросили в глубокий грязный пруд. Не нужно забывать, что Буратино был деревянный и поэтому не мог утонуть. Он перевернулся на живот и поплыл. Чтобы передохнуть, Буратино вылез на большой лист водяной лилии. Сел на нем, плотно обхватил коленки и сказал, стуча зубами: «Все мальчики и девочки напились молока, спят в теплых кроватках. Один я сижу на мокром листе». Зеленая ряска на поверхности пруда заколебалась, и появилась большая, страшная змеиная голова. Она поплыла к листу, где сидел Буратино. У него дыбом встала кисточка на колпаке. Он едва не свалился в воду от страха. Но это была не змея. Это была никому не страшная пожилая черепаха-тортила с подслеповатыми глазами. «Ах ты, безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями! Сидеть бы тебе дома,
да прилежно учиться. Занесло тебя в страну дураков. Так я же хотел уже добыть побольше золотых монет для папы Карла. Я очень хороший и благоразумный мальчик. Деньги твои украли кот и лиса. Они пробегали мимо пруда, остановились попить, и я слышала, как они хвастались, что выкопали твои деньги и как подрались из-за них. Ох ты, безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями. Не ругаться надо. Тут помочь надо человеку. Что я теперь буду делать? Ой-ой-ой-ой! Как я вернусь к папе Карло? Ай-яй-яй-яй! Ох-ох! Тортила, помоги человеку! Черепаха долго глядела на луну, что-то вспоминала. Однажды я вот так же помогла одному человеку, Дуримару. А он потом из моей бабушки и моего дедушки наделал черепаховых гребенок. Что ж, безмозглый доверчивый дурачок с коротенькими мыслями, не горюй, что лиса и кот украли у тебя золотые монеты. Я даю тебе золотой ключик. Его обронил на дно пруда человек с бородой такой длины, что он ее засовывал в карман, чтобы она не мешала ему ходить. Ах, как он просил, чтобы я отыскала на дне этот ключик. Тортила вздохнула. Ох. Помолчала и опять вздохнула. Ох, но я не помогла ему. Я тогда была очень сердита на людей за мою бабушку и моего дедушку, из которых наделали черепаховых гребенок. Бородатый человек много рассказывал про этот ключик, но я все забыла. Помню только, что нужно отворить им какую-то дверь, и это принесет счастье. У Буратино забилось сердце, загорелись глаза. Он сразу забыл все свои несчастья. Вытащил из кармана курточки пиявок, положил туда ключик, вежливо поблагодарил черепаху Тортилу, бросился в воду и поплыл к берегу.